Почему? А почему, когда солнце садится, нельзя спать? Надо его провожать. Тогда энергии будет много. Более, да. И ночь будет хорошая. Хорошая. Кстати, когда можно медитацию, смотрит на солнце, как он садится. Потихонечку, потихонечку. Там в основном все видно. И много понятно. Для этого нужно, конечно, это целое изучение. Попробуй когда-нибудь. Да, я занимался медитацией, но не так много, как ты, конечно же. Ну, я, как я. Я всегда думаю, что мало. Нет, медитации много не бывает, и мало тоже не бывает. Всегда мало, на самом деле. Медитация – это есть как человек. Есть каждый день по 3 раза. Медитации можно как минимум 2 раза. Как просыпаешься и как собираешься спать. И утром. А так, если вдруг человек побывает в таком месте, где нужно это, сама медитация зовет человека. Калу? Yes. Yeah. Наш большой гвинейский друг Калю Пуэте. Большой гора Гвине, который барабан сидит. Который тебе надо играть барабан. Много девушка надо играть барабан. Мужчина надо играть барабан. Танцевать африканский. Очень красиво. Очень красиво. А только Самара мне нравится, что Самара. Почему? Потому что... Там много красивых девушки. Много красивых девушки. Много красивых мужчин, а Самара это очень радуется там. Почему? Потому что там нормально, есть вода, купаки надо, солнце есть. Прямо я там, прямо радуется там. Отдыхаешь? Отдыхаю. А тебя там кто-то ждет? Кто? Тебя там ждут? Да. Кто тебя ждет? Там? Кто там? Друзья. Просто друзья. А что ты им в этом году покажешь? У тебя что-то новое есть? Что ты будешь играть? Да, барабан. Так. Да, игры барабан. Школа, мастер-класс. Потом концерт. Потом роман. Потому что артист надо. Сюда, смотри. Другой гора. Это тоже так хорошо артист. Но просто Москва, это не нравится, это не красиво. Надо Санкт-Петербург, Омск, Сибирь, Самара, как называется? Двигаться. Да, артистам. Надо ехать. Да. Ехать надо. Да. Это нормально. Посмотри, там нормально. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.